Нету там больше никакого ФСБ, в котором есть какие-то рафинированные полковники или генералы, окончившие академию, да, с нормальными лицами и не алкоголики. Это все кончилось. Посмотрите на этих людей. Это или, так сказать, исполнители-пропойцы, или абсолютно оторванные бандиты, и при этом при всем они миллионеры и миллиардеры. Вот какой класс как бы из силовых структур и окружения построил Путин. Это совсем не то, что вы думаете. Если вы мне сейчас скажете, что есть противоречие между, там, скажем, Кадыровым, ФСБ, МВД кем-нибудь, или... Нацгвардия какой-нибудь. Или с какой-нибудь российской, там, русской преступной группировкой, то я, наверное, вас не удивлю, если скажу, что они все вот так.